Привет, дяденьки и тетеньки. Сегодня я наконец-то вырвался на рыбалку, приехал на Смоленское водохранилище. Не Десногорское, Смоленское. Один я сегодня и буду пытаться ловить, ну, толстых окуней, жирных щук. Ну, а там вы сами знаете, как повезет. Сейчас вот попью кофейка, немножко расцветет. Сейчас тут одну косу обкидаю, ну, пока темно. А потом попрем на нормальные места, на коряжник. Может, даже клевать будет. На что мы сегодня будем ловить? Ловить мы сегодня будем на всякие валарки от Юми, всякие резиночки. И будем ловить на белый поролон от Призера. Вот, в принципе, наверное, все приманки, на которые мы сегодня будем ловить. А спиннинг у нас сегодня нарвал Риверденс. Не обращайте внимания вот на этот бочонок. Этот бочонок для того, чтобы пульт для ротатора крепить от паноптикса. Я на все спиннинги почти приделал, ну, у которых тест позволяет. Это у нас Риверденс до 46 грамм. Почему я его сегодня взял? Взял я его потому, как им можно и на 8 грамм половить. Можно половить и на 40 грамм. Ну, короче, на что угодно. Неизвестно, на что сегодня будет клевать и где. Здесь я не был уже недели 3, наверное. А может, уже и 4. Месяц, наверное, не был здесь. Неизвестно, на какой глубине будет сегодня рыбка. Ну и тут у нас твин 4000 PG, плетенка полтораха, дайва салтига. Ну, в принципе, все. На джиг будем ловить, как вы поняли, без всяких паноптиксов. Начнем вот с такой вот валарки от Юми и 12 рамиков. Посмотрим, есть тут окуньки, нету. Да блин, на первом забросе поймал окуня, ребята. О, какого. Нормальный такой. Даже не ожидал. Первый заброс и сразу окунь. Офигеть. Ну что, малыш, ты тут есть и хочешь есть. Нормальный, симпатичный. Гуляет. Окуней мы сегодня мелких таких не берем. Берем от 400 грамм примерно. А этот 250-300. Щучек возьмем. Пакет надо новый обновить. Опа. Окуньки, значит, тут есть. А я их в эхолоте увидел. Думал, окуньки, не окуньки. Оказались окуньки. Вам, наверное, сейчас в камеру нифига ничего не видно. Надо, наверное, лампочки добавить. О, так, может, лучше будет. Прошло буквально 10 минут, светает прямо на глазах. Ну, сейчас светать уже поздно начало. Время почти 8 утра. О, окунечки. Окунечки. Давайте, давайте. 12 рам стучит, как на барабане. Не зря я этот спиннинг взял. Нормально. Хотя и плетенка полтораха. Можно было и другую катушку взять. А, теребонькали. Видите? Гады. Понятно, кто там теребонькает. Но такие теребонтики нам не надо. Сейчас немножечко тут покрутимся на моторчике, на электрическом. Позырим, где точечки на дне пожирнее. Такие звери нам не надо. Вон они тут плавают. Тут вот коряшки всякие. Вон рыбки какие-то бегают. Свал, ребята. Тут в пол воды плавает кто-то интересный.
и меня посетила мысль, а вдруг это окунь? Давайте Power Dunk попробуем. Он на 4 метра лезет. Вдруг его будут есть. Вдруг это ёкунь. Сейчас узнаем. Не оторвать бы его, он дорогой гад. А коряк тут хватает. Что-то как-то не пошло. А вон оттуда. Там вот как раз 5 метров. И свал идет. А у нас лезет на 4. Раз Power Dunk не зашел, Ратлина попробуем. О, Yes Fishing. Такой голубенько-блестящий. Так, не оторвать бы его на первом забросе. Ну а что, кто не рискует, тот не ловит. Тони, 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 тони. Давай, малыш. Утонул. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. Покрутился я, ребята, тут над косой. Не видать крупного окуня. Вот такой вот только гэнсает. Поедем мы ловить лучше щуку. Рассвело уже, все нормально. Должны щучки проснуться. Поедем за щукерсами. А если щуки не будут клевать, тогда сюда за окунями вернемся. О, прям станция. Теплоэлектростанция. Или как она, гидроэлектростанция, как она там, ГРЭС или ТЭЦ. Ай, не знаю, пофиг. Погнали. Вот, косу обкидал вот такую вот. Сейчас вот покажу, как она выглядит. О, коса вот такая вот. Вот, покрутился здесь, покидал, покидал. Ну, мелочь одна. Едем дальше. Приехали на щучье место, а слезы из глаз. Нацепил сразу поролонку от призера, беленькую, с красным хвостиком. Поролонка хорошая, но крючки тут, видите как? А коряк тут дофига, а крючки все-таки оттопырены. Ну посмотрим, может и будет проходить. Все равно сейчас отрывать будем любые. Тут коряк просто немерено. Первый заброс. Что тут наши щучки делают? Поглядим. Есть, нету. Падай. Падай. Плетенка полторашка долго падает. Надо грузик, наверное, побольше. На 0,8 я тут на 14 рам ловлю, а на полтораху вот 16 поставил, и все равно медленно. Ну, нормально, в принципе. Ну, разница ощутима. Поэтому я на толстые плетенки не люблю ловить. Как люди на двушки ловят, я вообще не знаю. Если бы у меня тут двушка плетенка стояла, 20 рам пришлось бы ставить. Зря я, наверное, встал на 5 метрах. Это больше летняя точка. Надо метров на 7, на 7,5 лезть. Вода уже, сколько у нас? 11,4 вода. Остыла. У нас тут уже и снег был. И дождь, и ветер, и ураган. Все было. Сейчас найдем. Где-то же они должны быть. А вот и щучка. Или кто там? Щучка, наверное. Ну-ка, какой размер. Ух ты, это не щучка.
Это окунь, который полезет в пакет. 800-граммовик примерно. А может и 900. Кто знает, откормыш империализма. Какой жирный. Взвесить что ли? А то у меня уже в глазу калибровка сбилась. Поролоночку захавал беленькую от призера. О! Хе-хе. Она вот так вот хвостиком виляет в воде. Видите, намокла. И хвостик такой гибкий стал. Ну, а кушарик такой приятный. Ну-ка. Взвесим, а то у меня уже глазомер сбился. Ну-ка, малыш. Давай-ка мы тебя взвесим. А мы тебя слип-гриппом, а то тебя зацепить не за что. Так. Лип-грипп у нас 180 грамм. Ну, 930. Да неужели 700 с копейками? Врет. Не верю. Так. 0. Опа. О, 960. Ну, короче, около 700 грамм. Да, глазомерчик сбился. Окажется, очень жирный. Не похож он на 700 грамм. Пожирней такой, Али-Бабаич, кажется. Пузо вон какое нажрал. Пакет. И мы его сожрем. Обкатываем новый пакет ПВХ-шный. А. Кто обзор не смотрел, предыдущее видео было. О. Какой у нас модный ПВХ-шный пакетик для толстых рыбок. Так, веревочки сюда, замочек. Вот так. Все. Окунек сидит. Еще один. Такой же. Такой же, ребята. Не сорвется. Мы его так достанем. Спиннинг позволяет. Плетенка тоже. О, такой же. Крепыш. О, крепышок такой. Прикольный. Не, это чуть поменьше. Ну, жирный. Пузо нажратое. Жрут гады. Хе-хе. Еще хочу. Ах ты. Под лодкой прям поклевка была. Тут они недалеко. Куснул кто-то. Закинул прям в коряге. Сейчас или оторвем, или поймаем. Так. Аккуратно, плавно. Чтоб коряжку не всечь. Есть! А, сошел. Кто был? Щук? Нет, окунь, кажется, был. Как там поролонка себя чувствует? Еще походит. Плавненько тащим через коряжки. Без резких движений перетаскиваем корягу. Еще одна. Коряга на коряге. Есть. Под коряшечкой сидят.
засрантосики. Хорошенький, пакетный. И опа! Ну, этот уже побольше второго, но меньше первого. Поролонку не жрите. Поролонка клевая, дефицитная. А, пакетик. Еще хочу. Плавненько через коряшки. Поролонка машет хвостиком. Окуню нравится. Окунь клюет. Что не клюет? Клюет! Что это? Корягу всекли. О, отцепилась. Джорджу везет. Может, это сом был? Ловим дальше. Коряшка. Очень плавненько. Ну, вот зацепом могли распугать. Они там очень точечно под коряшкой стояли. Ага, вот она, еще одна коряшка. Она с сеткой коряшка. Блин. С сеткой. Не, это куст. Сетка не отцепилась бы. Ну все, палкой пошевелил. Разогнал. Вряд ли. Ладно, будем искать новых. Так, кто у нас? Щучка или окунь? Я думаю, окунь. А может быть и щучка, но давит конкретно. Не дохла. Если окунь, то жирный. Да и щучка должна быть не мелкая. Что это у нас такое тут? Щучка. Хорошенькая, пакетная. Поролоночку съела. Фу. Щучек мы любим таких. Иди-ка сюда. Где идея? Куда побежала? Куда это мы? Срываться не надо. У нас заказ рыбы домой сегодня. Куда это мы? Куда? Иди сюда. Хорошенькая малышка. Опа, в пакет. Сачке. Ну такая задвуха. Задвуха, ребята. Упитанная мадама. О, какая, ребят. Не мелкая. Взвесим даже ради прикола и в пакет. Опять всю ту же поролонку сожрала. Призеровскую с красным хвостиком, беленькую. Взвесим ради прикола. Так, ноль. 2 160. Кило 900, короче, у нас щучка. Нормальная. О, 2 160. Поролоночка потрепалась, но еще походит. О, покусанная такая. Поводок в поросячий хвостик. Тоже менять не буду. Еще походит. Сейчас так выпрямлю немножко. Да и фиг с ним. Кто? Щучка или хороший окуш? Кто-то хороший. Кто-кто-кто? Окуш или щукерсон? У меня фрикцион еще. О, щукерсон. Надо ослабить чуть-чуть. А то сойдет. Хорошая, больше первой. Толще. О, какая. Мадама. Пакетный вариант. Иди сюда. Это точно 2. Та была не до 2, а это 2. Чего? Это 200 где-то. Ну, чуть побольше той.
Сейчас отцепим. Это потолще той, такая тяжеленькая, упитанная. Опять поролоний. Поводочек я все-таки поменял, а поролоний оставил старый. Едят и погрызенный. Вы, ребята, не поверите, со скольки метров я ловлю этих щучек. Выкидываю на 9, вытаскиваю на 7,6. Вверх тащу по свалу. Тут такой как бы мысик уходит к руслу. И он крепкий, с корягами. Вот коряжка. И вот из глубины клюют. Ну, наверное, кончились. Ну, еще кинем 2 раза или 3. Будем других щук искать. Здесь, наверное, мы всех пораспугали. Время, ребята, без 10:10, а у нас уже норма вылова выловлена. 5 килограмм уже, наверное, есть. Сейчас вот если поймаю какую-нибудь маленькую такую, ну, как эти вот там, кило с копейками, 2, ну, от жадности возьму, чтобы потом уже больше месяц не брать ничего. А если уже что-нибудь такое клюнет, 3, там, 4, это уже отпускать, наверное, буду. Нефиг наглеть. Отпускайте, ребята, рыбу. Берите только вот сколько надо на еду. Вот так кажется, что... Ну, что я там взял? Ну, вот я сегодня взял 5 килограмм, а потом я 5 рыбалок ничего не поймал. Да ну, за год дофига набирается. А рыбаков очень много, ребят. И получается, вот вычерпать вот такое вот водохранилище длиной 8-9 километров. Ну, если так вот плотно, рыбаков 15 сюда лето поездят плотненько, тут потом 2 года клевать ничего не будет. А сеток еще сколько тут стоит. Я сегодня уже сеток 5 цеплял. Ну, обрывки сетей на корягах. Тут сейчас вот только навигацию закроют. Тут вообще будет эльдорадо сетей. Все сразу повылезут. Ну, местные из деревни. Тут всегда так бывает. Я в том году, когда навигация закрылась, думаю, ай, выплыву еще разочек. Выплыл. Пока до половины водохранилища доплыл, 12 или 13 сетей насчитал. Думаю, ё-моё. Ну, сразу народ понял, что навигацию закрыли, сети им рвать некому. И все повылезли, выставили сеточки. Так никогда у нас, ребят, рыб не будет. Как-то так. Смотрите, какой туман сюда ползет. Я сюда ночью ехал по приборам. Вообще ничего не видно. Асфальт еще новый, без полосок. Ну, разметки нет еще. Чисто по обочине ориентировался и ехал со скоростью где-то 60 км в час. Вообще ничего не видно было. О, сейчас сюда приползет туман. Вон там уже не видно ничего. Оторвал поролошку. Ну и так она у нас долго прожила. Всю рыбу на нее поймали. Хе-хе. Сейчас новенькую поставим. Еще вкусней. А туман подбирается все ближе и ближе. Уже совсем рядом. О! Навьё! Ить. А вот и туман к нам пришел. Будем как ежики в тумане ловить. Ну, погода сегодня хорошая. Ветер тихий, не холодно. Давно такой погодки не было. Мне пока машину ремонтировали, сидел дома. Ветра дули, снег шел, дождь. Не так обидно было сидеть дома. Все равно вряд ли поехал бы куда.
кстати, у нас скоро навигацию закроют. Не знаю, какого числа в этом году, надо посмотреть. Числа 10 ноября обычно закрывают. Иногда позже. Надо еще на пару озер успеть последний раз съездить. А то потом только Десногорск начнется. Там навигация не закрывается. Будем там всю зиму торчать. О, ребята, о чем я говорил. Сеточки. И, кстати, свежая. Так, мужики, время у нас 12 часов. Утренний выход как кончился, так больше никто нигде не клевал. Оплавал тут всю акваторию. Ну, плюс-минус туда 500 метров, туда 500, туда вон еще чуть дальше поплавал. Коряшки есть, бель мелкая есть, все есть. Щучки нет. Ну, вообще, крупных никого не видно. Вот мелочевочки полно вон в эхолоте, там мелочи просто немерено. Ну, толку нету. Сейчас вот попробуем напоследок съездить обратно к станции. Там вот коса вот эта, что утром показывал. Ну, может, туда крупный окунек подошел. Ну, кто знает. Попробуем там еще, ну, полчасика там попасемся. Вдруг что будет. Не будет, поедем домой. Погнали. Посмотрим, что у нас тут плавает. Есть кто, нету. Нету, так нету. Валарку от Юми поставил. О, был теребонтик. Не, ребят, похоже, тут вообще никого. С утра хоть мелкие бегали, а сейчас вон вообще никого не видать. Пустота. Совсем пусто. Все, мужики, подошла моя рыбалка к концу, собираюсь домой. Как утром сегодня поклевало там, ну, час, может, полтора, больше нигде, ни на что, никак. Плавал, плавал, смотрел, смотрел, искал, искал. Все. Ну ладно, все равно рыбалка у нас получилась с вами удачная. Рыбки поймали. Кстати, обновили новый мешок. Ну, спиннинг уже давно обновлен. А, поролонки новые разловили от призера. Прикольные. Вся рыба на них была поймана. Что еще? Все, в принципе, взвесил рыбку, получилось 5900, минус пакет, будем считать, 5,5 килограмм сегодня наловили. Теперь рыбалки 3-4-5, рыбу брать не буду. Пока вот мама не съест, я рыбу не беру. Что еще сказать? Читайте описание под видео, там нет ни ссылочек, ни промокодиков никаких, вот как вы привыкли. Сейчас это не положено по закону. Надо все маркировать, типа реклама. Короче, кому нужны все ссылочки и промокодики, как было раньше, там, где купить эхолоты по нормальной цене, где аккумуляторы купить, где моторгайды, спиннинги, ну, все как раньше. Ну, старые подписчики знают. Обращайтесь ко мне на моей страничке ВКонтакте. Ну, в личку там пишите. Ссылки на страничку ВКонтакте будут под видео. Еще оставлю ссылку на Яндекс.Дзен. Подписывайтесь. Я там целую 1700 зарабатываю в месяц. А вот если больше народу было, я бы целых 2 зарабатывал. Понятно? Шучу. Вот так вот. Такой вот у нас заработок на российском, можно сказать, Ютубе. 1700 в месяц. И там у меня 10 тысяч подписчиков. Бешеные бабки. Все, короче. Собираюсь и сваливаю. Всем пока.